Всем привет, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать систему JCASA. В этом уроке давайте поговорим про вкладки. Сейчас мы с вами видим демо магазина под товаром. Ну и, наверное, вообще в интернет-магазинах вы наблюдали похожую ситуацию. Под изображением, под первым блоком, да, у нас есть вот такие вкладки. Давайте посмотрим, как создаются дополнительные вкладки на примере добавления видеофайла с YouTube. Переходим в админку нашего сайта, но сначала давайте перейдем к расширению плагина. Если мы будем вставлять видеоролик напрямую, то редактор будет обрезать код. И мы не сможем вставить плеер во вкладку JCASA. Давайте здесь отсортируем по включено. И находим опять вот этот редактор TinyMaze. Заходим. Переходим здесь на набор 0. Набор для администраторов. Прокручиваем ниже. И вот здесь вот запрещенные теги. Вообще я удалю здесь все, потому что это набор для администраторов. Только вы пользуетесь на этом сайте данным редактором из набора 0. Да? Поэтому я считаю, это будет здесь только лишним. То есть почему мы удаляем вот этот iframe? Как раз таки присутствует в коде плеера. Система видит, что это присутствует в коде, так как здесь это написано, что тег запрещенный, поэтому система Joomla режет код, то есть полностью вырезает видеоролик после сохранения. Как получить код плеера, то есть код нужного ролика, да? Переходим на необходимый ролик для нашего товара. Здесь мы выбираем поделиться, HTML, причем сейчас у меня показывается старая версия YouTube. Я не знаю, как переключиться на новую. В новой версии YouTube немножко по-другому берется код. Поэтому я сейчас вам не могу показать. Не знаю, как переключиться в YouTube. Видите, вот этот весь код нам нужно взять и вставить во вкладку. Вот начало, начинается iframe. Как раз видит Joomla этот тег и режет код. Возвращаемся в админку. Я удаляю здесь все запрещенные теги. Нажимаю «Сохранить». Да, почему-то система после сохранения проставляет все назад. То есть я не знаю почему, поэтому давайте только iframe уберем. Почему-то система это все возвращает назад. Сохранимся. Перейдем на вкладку 0. Вот, именно iframe удалили, то, что нам нужно. Здесь мы закрываем. Переходим в продукты. Я перехожу в свой товар. Так, замочек сейчас снимем. Перехожу в свой товар. Это у нас находится здесь вкладки. То есть, если мы сейчас посмотрим на наш товар, у нас изначально уже есть вкладка «Описание» и вкладка «Атрибуты». Помните, мы с вами проходили «Атрибуты». Вот, как дополнительную вкладку создать видео, да? Здесь все очень просто. Вот здесь нажимаем на ссылку «Добавить вкладку». Название вкладки пишем, например, «Видео». Возвращаюсь в YouTube, выделяю полностью код плеера, забираю код. Здесь в редакторе находим иконку «Исходный код», кликаем, вставляем здесь плеер. И он у нас даже в редакторе виден. Даже отсюда можно его воспроизвести. Вот так вот все просто. Внизу вот здесь нажимаем на ссылку «Сохранить» и не забываем нажать «Сохранить» вот здесь в продукте. Вкладки добавляются вот тут вот друг за другом, да, неограниченное количество. То есть мы можем нажать на кнопку «Изменить», если нужно что-то отредактировать или добавить. Ну и, соответственно, добавить вкладку. Добавляйте все, что угодно еще. Сохранить. Вот вы видите две вкладки здесь. И можно их менять местами. Зацепляя левой кнопкой мыши вот за эту пентаграммку. Сохранить. Переходим на сайт, обновляемся. Вы видите, добавился еще две вкладки. Видео и тест. Кликаем видео. Видеоролик добавлен. И вкладка вот тест. Вот такой вот получился короткий урок. Надеюсь, для вас он был полезен. Напоминаю, что на систему JCASA действует скидка с уникальным промокодом. 15% скидка. Чтобы получить промокод, пишите мне на почту. Я вам бесплатно его выдам. Почта будет в описании под этим видео.
Если урок был полезен, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании также под этим видео. На этом здесь все и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.